Питаю видео. Привет, девочка моя из Рыбинска. Я убираю вещи после старта, все сырое. Приехали говняка, все говно. Короче, жизнь говно. Еще познакомьтесь, это мой конь Дотик. Ливень! Ну-ка, видишь? Ты как Ливняка! Дождь. О, он такой. Дотик. Он сегодня почти постарался. Это наша конюшня. Мы очень ждем, приезжайте к нам. Мы будем очень рады, если вы будете стоять в нашей конюшне. Ура! Смотрите, это так классно. Особенно это видео, знаете, для кого? Ну. Для Димы, Ксюши и Алены. Да. Привет. Привет. Сейчас мы с Бушем направляемся в раздевалку, чтобы наконец-то пожрать. Все, валим. Есть. Пойдем. Мы очень хотим есть, поэтому мы пойдем. Это наша собачка Кроша. Ну, не наша, Татьяна Львовна, конечно. Кроша! Кроша! Ага. Кроша! Кроша! Это наши люди. Да. Кроша! Иди сюда, будешь звездой. Татьяна Львовна, а можно вас попросить? Чего? Передайте привет рыбинцам на камеру, пожалуйста. Ну, не попросили, ну, пожалуйста. Кать, пойдем. Бабушка дура. Зачем ты это сделала? Они попросили, чтобы она передала привет? Нет. А вы зачем так сказала? Не знаю, я хотела, чтобы она передала камеру сказала. Я такая, не подкатывала. Он же знаешь, таким серьезным лицом тебя смотрит? Вот тут такая, Лера! А, давай, дальше. Лера толстушка, Буш просто тупая, у него... Чего вам сказали, что тут памяти нет? Да привет, Ксюша, ты сам начни. Дань, все на престиж оставят. А вот запись идет. Все прикол ты не знаешь. Блин, это страшно. Не знаю, просто. Давайте скринку поставлю. Они типа по 5 рублей ставят. Да, сейчас. Лера, смотри, какие ваши шлемы. Красота. Это как вам пойдем в блог. У нас, короче, тут спор вообще мега. Кто выиграет престиж отряда или ипология, да, мы все скидываемся по 5 рублей. Я не играю, потому что это типа спортом дерьмо. Делала селфи на камеру. Спортом дерьмо. Это не селфи, что-то это запись. Кто на кого ставит? И, короче, вообще спор года, там, века, да. Тысячелетия там. Короче, вот. И мы до сих пор не знаем, кто выиграл. А я могу кулак, правда, сунуть. Не надо на это делать. И вытащу потом. Давай, вытащу. Давай. Че, просто засунешь? Все, ладно, хватит. Да, подожди, у меня тут влог. А? Маша ругается из-за того, что муж взяла ее, короче, это. Недовольное лицо Маши. Потому что делаю ее шлем, и, короче, Маша обиделась из-за этого. Буш! Ну-ка, не отрывай стразы. Я, кстати, Маше Блохиной одевала блестящий шлем на камеру. Я видела. Да, у меня фотки есть. Я смотрела недавно. Смотрите. Это Ксюша Кузнецов? Да. Какой породы твоя лошадь? Это типа, запиши это видео вопрос-ответ от Кати Клэ. Лер, на кого ставишь? На престиж. Ну я тоже, да. Но я не играешь вообще. Я не скидываю, но я мысленно поставила на нее. А фотик Вики? У меня есть власть. Я фотик, я власть. Я Вика. Это типа как реклама я Никон, только, но. Катя. Катя, сколько ставок? Что-то неинтересно так. Мой новый друг Арсений. Да, уйди. Тупые. Катя, устройте флешмоб. Тупая. Это не флешмоб. Арсений, вкусно тебе? Я верю.
Что? А можно до того и того? Нет? Это, короче, главные игральщицы в карты, там, казино. Они все деньги там проигрывают. Они, короче, игровые. Будет расстроена, когда твой косметик работает. Что перестал работать твой косино? А, да. Да, короче, они вообще расстроились из-за этого. Короче, у нас тут вообще секта своя, да. Там леденяшек. Ламповые няшки. Леденяшки? А, нет, просто... У нас фандом вообще-то есть леденяшек. Да? Вон, да. У меня только лицо Арсения почему-то камера выделяет. Шути. Арсений, короче, залип. Мой новый друг. Я его... Он, короче, мы начали с ним дружить. Что? Кузнецовый. Да, это влог. 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 Влог, а не влог. Давайте рекламируем. Видео-влог. Так, Арсений, мой новый друг. Мы сейчас с тобой настолько знакомы, чтобы ты у меня камеру отняла. Дай мне камеру. Арсений! Он отнял мою маску. Дай лики собрать. Сеня. Приветик. Сеня. Смотри, Вика, еще вон тут Сенюша. А что она как увеличивается? Так, ты понимаешь, что ты? Нет. А кто? Пока еще никто. Мы потом. Кого? Запиши меня еще. Давай, Стас. Потом. Ну что? Хорошо играть, у тебя только глаза остальные не влезают. Hey, buddy, maker, уличный сенсор. Что ты творишь? Так ты не хочешь отдалить? Так все, это максимум был. 50, 70, 100. Зачем ты так увеличиваешь? Тут как бы, она бы тысячу раз как бы увеличила, да ладно. Я знаю. Посмотри, сколько там народу. Егоре, помоги. Да, 5 рублей. И привезти сейчас надо на вашу. Да, я наполовину человека и половина обезьяна. У меня одна лишняя, а одна сумма. Ты что, блин, умный ты такой? Мы не тут сидели, мы были... Стой, ты что такой умный? Ну и что, у нее супер истерика. Мы потом записали. Все, у нас были пучки. Наталья, это ставки, вот так зарабатываются деньги. Потому что на тренировках нас не прыгают дома. Есть 130 скоро ехать, но она что-то говняет. Сейчас хотя бы... Он что-то снимает! Ты чё? Я ей могу так сказать. Чего? А что было это? Ну мы на... Не знаю. Что мы ей правда в лицо говорили? Ей вообще наплевать. Вот так вот, Ксюша, твои настоящие друзья, Ксюша, как все Ксюша, я не говорила, фотографии мне Подожди. Можно соревнования, пожалуйста. Я думаю, что Ксюша не считает меня соревнованием. А я про тебя ничего не говорил. Вот знай, Аня, знай, с кем ты общаешься, все-таки они падлы. Все, дай камеру. Я буду плакать, она ты меня на лошади обогнала в эти соревнования. У меня 4-е место, у нее 3. Улыбнитесь. Блин, я прям лицо мужика снимаю в судейской. Паша! Это парень Ксюши Кузнецовой. На кого? На престижу поставить? Да. Экология чисто. Зря. Так он сейчас чисто. Понимаешь, на экологию поставили всего 3 человека. 4, по-моему, да. 4 тренировки. Я попали в Лиза. Там 3 тренировки. Лиза. Ой, Лиза, Николь, Ксюша. Знаешь, извините. Ксюша, ну, я снимал лицо твоего парня. Который он там стоит. Синий, у нас мои память. Я пойду шла есть. Кто ее хочет? Муравьев. Чё? Муравьев, Паша. Сейчас. Вот, сейчас.
Иди в жопу. Зафоткай его. Вот в этом видео. Что тебе надо? Которая быка сейчас снимает. Что тебе надо? Сень, ты дурачок? Как в лесе уже снимает. Посмотри, как он снимает. Я за это я попаду в ад, понимаете? А. Куда отправлять? Я лично за это говорю, я попаду в ад. За вертикальные видосы. А, да, да. В 2К16 уже не снимают вертикально. В 2К16 там смеяться скекает это зашквар. Фу, пьяный подданник. Ой, блин, у неё ж память кончится. А, ты... А, у меня почётное первое место из одного человека. Нет, я тоже... Ладно. Но ты же никому не запрещала записывать. Ну, это как-то... Дина, без палевы, Настя. Как она такая стоит, у неё это фронталка включена, она такая... Ой, и лицо у неё во весь этот. Я, может, в планшет играю. Да. Не, она просто так-то фотки делает, ну ладно. Ой, Дина, прости, Зая. Я ей локтем пошла, честно. Ой. Надо купить штатив, знаете, такой горилла называть. Дина, пожалуйста, пожалуйста. Мы сделай лицо красивое. Мы уже уезжаем. Да. Лошади мои друзья. Ага. Ну, пожалуйста, Дина. Настя. Ладно, все, пофиг на тебя. Настя, милая, ладно, все, пофиг. Мы выгружаем коней, все, мы приехали домой. Да, мы приехали и выгружаем коней. Это глиста тут сити. Приготовилась к выгрузке коня. Аня. Все, каски лежат под дождем. Ну, все нормально. А это дети катались. Как катались? А чего у тебя нет тренировок там далеко? Я могу все крепко сказать. Мы запикаем. Да это этот, прокаты катались. Да ты чего? Да, наверное, она вижишь, это вон ей положено вещать, она малышка-то. Так маленьким нельзя лошадей разбирать. А мальчика бобо. Дина, покажи, почему тебе не надо, нельзя коней разгрузать. Вообще-то там есть на видео. Есть. Мальчик, да. Боже, вот этот нельзя. Фу, Ксюша, какая. Ты черный квадрат наложи. Сенсорят. Я наложу игрушечку. Лучше я убить. Ксюша, ты в курсе, что у тебя, походу, нервный тик, потому что уже который раз подряд через каждые 5 секунд показываешь язык.
Это, да, знаю, знаю. Пошли. Я отсыпную! Ой, бежи! Выпадай! Блиц, блиц, давай! Блиц, скорость без границ! Быстрее туда беги! Остро мне подавайте! Чуть-чуть и подать. Опа! Кому там я оторвать? Я как бы снимаю. Смотри, давай, сейчас пич. Вау-вау-вау-вау-вау! Это же лошади! О, господи, он, у нее глаз дергает. Ой, мастер! Ночь нет. Так, ладно, все, пока. Ира! Я ушла. Все, пока. Я ушла. Пока. Вагончик кинь за шкаф. Ну, Ксюша Кузнецова, блин, давай быстренько. Я села. Ну, мне мой, верни, хватит по нему жопами скакать. Что, он уже трясет. Ина, ты что, выйдешь собака домой? Да. И в этом капюше? Да. Ты знаешь, на кого похоже? Знаешь, на кого? Моя носа. Дина, ты похожа на черепашку ниндзя. Блин. Дорогая Рафаэла. Рафаэль, дубина. Они названы типа в честь каких-то там скульпторов. И Микеланджело. Рафаэль, дубина. Это у меня Рафаэль.